Всем привет, с вами как всегда Дезертир. Угадайте, какие у меня для вас новости. Правильно, а именно ответы на мой конкурс. А конкурс был простым, и, собственно, ответы, я думаю, тоже довольно простые. Как оказалось, справиться с конкурсом было для многих довольно сложно. Чего я, ну, никак не ожидал. Честно, ну, правда не ожидал. Но оказалось, что есть люди, которые действительно с этим справились. И вот, например, один из людей прислал мне чисто правильные ответы. Что ж, давайте приступим к объяснению ответов и, наверное, начнем с правильных. Итак, первое задание было нужно выяснить, какими гарнитурами мы пользуемся. А именно, L пользуется Plantronics Gamescom 780, у меня же Logitech G35 Surround Sound Headset. Второе задание. Надо было выяснить, на чем играет каждый из нас. L играет с ноутбука или лаптопа, а у меня, соответственно, ПК. Третье задание. Нужно было выяснить, сколько у нас пройденных игр. На момент сдачи конкурса у нас было у L пройдено 9 игр, у меня 10. Четвертое же задание было проще некуда, как оказалось, потому что с ним справилось довольно много людей. Итак, первое. До десятки поднимем слово «смерть», второе «в любую дверь» слово «путешествие», и третье «титулов хоть отбавляй» слово «истина». Естественно, первая игра была «Диабло», вторая была Фес, по-моему, если не ошибаюсь, и третья была игра Анепик. Ну и, как оказалось, не все с этим справились. Собственно, победитель у нас, скорее всего, я так объявлю, его довольно просто, это Кирилл Крестьянинов, и прошу его связаться со мной по почте через Google, и уже мы с ним будем общаться, скорее всего, там. Либо я его добавлю в скайп, и мы будем уже общаться в скайпе более понятно. Что до остальных, как оказалось, мне пришлось выбрать максимально близко подошедших. Потому что всего один человек из всех, кто прислал мне письма, справился с заданием правильно. Ну а остальных я выбрал с учетом того, когда они присылали письма и насколько правильно они справились. В итоге вышло два победителя. Первый — это Great Dragon 777. Второй же человек — это The Garant. Прошу и этих двух людей созвониться со мной через Skype, и, соответственно, я объявлю им уже их награды. The Garant занимает второе место, Great Dragon занимает третье место. На этом, в принципе, я думаю, ребят, все. Спасибо за внимание. Конкурс был простой, на мой взгляд, но будьте внимательнее, возможно, вас ждет тоже удача. Всем спасибо, всем пока.